Всем привет! Сегодня хочу рассказать о том, как я смотрю YouTube. То есть, естественно, я подписан на какие-то другие каналы, и очень часто эти каналы англоязычные. То есть, допустим, если я хочу следить за технологическими какими-то новинками, то лучше всего мне смотреть не у Вилсы, которому загнали там какой-нибудь 13-й очередной iPhone, который он решил разбить или еще что-то сделать. А хочу посмотреть действительно серьезного блогера, который может рассказать мне что-то новое и полезное. Поэтому я говорю, что я подписан на очень много англоязычных каналов. А долгое время я смотрел их как бы в оригинале, да, и понимал там, наверное, ну, каждое десятое сказанное слово хорошо, если показывал блогер что-то, что можно было понять из одного изображения. Но недавно Яндекс сделал такую фишку. В браузере можно смотреть YouTube и видеть его. А что такое? И видеть его с переводом. Ну, как бы это можно было делать с ПК, с компьютера, с браузера, Яндекс, все понятно. Но сейчас эта фишка еще и присутствует на мобильном браузере Яндекс. Вот я для примера могу вам показать. У меня сейчас скопирована ссылка. Я ее скопировал прямо в приложении YouTube. То есть на то видео, которое я хочу посмотреть. И вот сейчас, допустим, мы возьмем, ставим эту ссылку, и очень часто я пользуюсь Vivaldi, как бы это, я считаю, один из лучших браузеров, но о браузерах это совсем другая история, поэтому обсуждать не будем. Вот посмотрим, я сейчас, так, что у нас с интернетом, или что у нас с чем, открывается YouTube, ссылка, вы видели, была в буфере обмена, и открывается вот как раз видео, допустим, про Pixel 6. Но самое страшное, что это видео на неродном мне языке. Я, конечно, могу его посмотреть. Hey, what's up? MKBHD here, and we finally have them. Two of maybe the most hyped devices of the entire year in their real retail boxes, the Pixel 6 and the Pixel 6 Pro. Вот. И что произойдет, если мы откроем Яндекс браузер? Давайте попробуем. Открываем Яндекс браузер. Ну, сюда же копируем ссылку. Сейчас вызовем клавиатуру. У меня, к сожалению, интернет не очень быстрый, и может быть еще телефон тормозной, но это не столь важно. Важно скорее совсем другое. Да, и кстати, Яндекс браузер тоже очень тормозной, это его минус, и минус большой. В первую очередь почему? Потому что они, ну, буквально все сюда напихали. Даже вот приложение для умного дома, оно прямо все в браузере. Это не очень удобно. Ну, мы сегодня не об этом. Так, я скопировал и нажимаю перейти. Я нажимаю перейти. И Яндекс браузер через 40 минут открывает мне ссылку. Так, Яндекс открывает мобильный YouTube. Мы смотрим здесь, можем включить звук. И можем перевести видео. Hey, what's up? MKBHD here, and we finally have them. Two of maybe.
Этого за весь год в их настоящих розничных коробках Pixel 6 и Pixel 6 Pro. И сразу же ты можешь увидеть эти новые коробки меньшего размера, которые ты уже знаешь, что это значит. Но давай просто начнем с 6 пикселя, с того, что поменьше. Итак, у нас есть эти маленькие пластиковые язычки по бокам этой переработанной картонной коробки. Ты пройдешь мимо них, переверни его и прямо наверх. Вот тебе и все. Это тот самый коралловый пиксель 6, который выглядит точно так, как... То есть, как вы видели, да, все превосходно, все воспроизводится, все это видно, все это слышно. И вы можете подписываться, не знаю, там, на новостные какие-то, BBC, там, NBC и так далее, и тому подобное. Просто слушать мировые новости на русском языке. То есть, я считаю, эта фишка очень полезная, ну, по крайней мере, для меня. Если для вас это видео было полезным, то, естественно, ставьте лайки. Если бесполезным, то просто расскажите о нем друзьям. Все на этом. Всем спасибо и пока. Это модуль с Яндекс.ТВ. Он сделает обычный телевизор умным и добавит туда тысячи фильмов и сериалов, мультики, ролики из интернета и телеканалы. А как им пользоваться? Спросит ваша мама. Просто зажмите кнопку на пульте и говорите. Алиса, найди видео про котиков. Если у вас уже есть колонка Яндекса, Алиса, поставь на паузу, то она может работать в тандеме с модулем. Смотрите любимые фильмы там, где удобно, взяв модуль с собой. Подключите к телевизору модуль с Яндекс.ТВ. Вам понравится. Это Яндекс-станция мини, обновленная снаружи и внутри. Звук в 3 раза мощнее. Свежий лаконичный дизайн в 4 цветах. Светодиодный дисплей, который показывает время, таймер и погоду за окном. А еще ваша любимая Алиса. Зовите ее и наполняйте комнату музыкой. Спрашивайте о важном и болтайте ни о чем. Или помолчите вместе под звуки леса. Станция мини ищет подход каждому в семье. Дополните ее модулем с Яндекс.ТВ и окунитесь в целый мир кино с голосовым управлением. Сделайте ее центром умного дома, и он тоже будет слушаться вашего голоса. Только попросите, и я все сделаю. Новая станция мини звучит атмосферно.